Sistemul imunitar al unui bebeluș nu este destul de dezvoltat, motiv pentru care este predispus la îmbolnăvire. Tocmai de aceea, biberoanele, suzetele și tot ce intră în contact cu cel mic trebuie sterilizat. Cum trebuie să alegem un sterilizator eficient, ne spune reprezentantul Tommy Tipi, Alena Caramilea. Рекомендуется стерилизовать детскую посуду перед первым использованием, а также после каждого применения, как минимум до достижения ребенком 6 месяцев. Стерилизации должны подвергаться бутылочки, сосочки, поильнички, а также и молокоотсос, который использует мама. Самым эффективным способом обработки принадлежности педиатры считают паровую стерилизацию. Английская компания Tommy Tippy предлагает удобный стерилизатор для микроволновой печи. При стерилизации используется вода, которая превращается в пар и эффективно борется с опасными микроорганизмами. Стерилизация детских принадлежностей значительно уменьшит риск контакта с этими микробами, а значит и риск заболеваний. Кстати, компактный стерилизатор пригодится вам не только дома. В то же время стерилизатор является удобным контейнером для перевозки, так как стерильность аксессуаров сохраняется в течение 24 часов, а цикл самой стерилизации занимает около 5 минут. Пластик, из которого сделан стерилизатор, является безопасным и не содержит бисфенол А, как и вся продукция Tommy Tippy. Когда ребенку исполнится 12 месяцев, его иммунная система будет достаточно сильной и сможет эффективно противостоять микробам, а значит, стерилизацию детских аксессуаров можно будет прекратить.